Yeah.

маскаром на всем. подтвержденное число зараженных вирусом в мире перевалило за миллион. Более 54 тысяч смертных случаев. Сегодня, то есть за последние 24 часа, зафиксировано более 15,5 тысяч новых смертей по всему миру. В США количество зараженных превысило четверть миллиона. И сейчас там уже более 6 тысяч смертных случаев. Испания достигла порога в 11 тысяч смертей. Италия 14 тысяч. Германия около 1100. В Китае 3300. Во Франции, Иране и Великобритании это число приближается к 3000. В Индии 72 смерти, что очень неплохо, учитывая количество населения. Все это благодаря тем шагам, которые были предприняты, чтобы взять ситуацию под контроль. В то же время в стране происходит нечто очень постыдное последние два дня определенные группы людей нападают на врачей и медицинский персонал, которые оказывают им помощь, потому что у них своя система верований. В такое время, как сейчас, когда, когда в стране чрезвычайное положение, с теми, кто подвергает риску чью-либо жизнь, нужно разбираться со всей строгостью. Дело не в их жизни, они рискуют жизнью каждого и подвергают людей сильному стрессу. Особенно те из них, кто нападает на людей находящихся на передовой борьбы с вирусом, которые рискуют собственной жизнью? Большинство врачей, которые работают в этих районах не имеют возможности возвращаться домой каждый день. Так что такие отели как Тадж и другие предоставляют для них комнаты. они просто ночуют в номере отеля и возвращаются на работу, поесть заразить собственную семью. Многие медицинские работники и врачи по всему миру погибли, в том числе и в Индии. И в этой ситуации на них нападают, когда они идут помогать вам. С этим нужно разбираться по всей строгости. Если этого не будет сделано, я думаю, если каждый начнет вести себя так, как ему заблагорассудится, исходя из своих предпочтений и систем верований, тогда нация перестанет существовать. Это очень-очень важно в такое время. Я надеюсь, что власти... Я знаю, что каждый департамент, который может предпринять что-то, сейчас сильно перегружен, поддерживая карантин. Я призываю каждого гражданина поддерживать изоляцию добровольно. Она не должна быть принудительной, когда что-то делается для нашего благополучия. Почему это должно делаться насильно? Как нация, как индивидуальные граждане, давайте сделаем это на добровольной основе. Полиции не нужно выходить на улицы. Давайте сделаем это самостоятельно и убедимся, что это не превратится в крупное бедствие для нашей страны, если инфекция выйдет из-контроля в стране с таким уровнем концентрации населения, то цена, которую мы заплатим, будет слишком высокой. Слишком высокой во всех отношениях. Каким бы ни было состояние человека, какими бы ни были человеческие проблемы, какие бы потрясения ни происходили с людьми, природа и жизнь продолжают функционировать так же, как и прежде. На самом деле даже лучше. Все остальные существа, Чувствуют себя лучше, когда нет людей. И это говорит нам что-то печальное о нас. Вы видели, как Павлин танцует на улице? По всему миру происходят подобные вещи. Что касается выбросов углекислого газа. Не знаю, может кто-нибудь изучить это за такое короткое время, но некоторые говорят что этот показатель откатился к отметке, какая была только в послевоенное время, то есть около 75 лет назад или больше. Уровень выбросов дошел до отметки, которая была 75 лет назад. Поэтому растения, и деревья, и насекомые, и птицы, и животные, и сам воздух все счастливы. Наша жизнь была прервана и нарушена. И за это нам нужно будет заплатить свою цену. Но, по крайней мере, давайте отпразднуем, что остальные формы жизни чувствуют себя прекрасно. Давайте ценить это. Вся эта жизнь, которая страдала из-за нас, в эти три, четыре, пять, сколько бы недель ни прошло, у них все хорошо. По крайней мере, мы должны праздновать их благополучие. Потому что я тоже всего лишь жизнь. Я тоже чувствую себя лучше. Я... Я прочитаю вам небольшое стихотворение. Она называется Ритм. Хотите сами прочитать или я вам прочитаю? Садгуру зачитывает стихотворение, которое он написал недавно. Садгуру описывает Ритмичный танец бабочек и солнечного света в летний тропический полдень. Завораживающую геометрию веток деревьев над ним это переживание чистой жизни и ее танец призывают его слиться воедино с землей, на которой он лежит. Жизнь и смерть продолжаются вне зависимости от нашей социальной ситуации, от наших экономических проблем. Все это важно. Но самое главное — это жизнь. Остальные формы жизни, похоже, счастливы. Я думаю, мы должны к ним присоединиться. Счастье не означает, что мы должны совершать безответственные поступки, потому что люди думают, что праздник означает, что нужно есть, пить, вести себя безответственно. Именно это молодежь по всему миру подразумевает под празднованием сегодня. Есть иной способ праздновать. Празднование не означает, что нужно делать что-то определенное. Если вы немного игривы по отношению к жизни, Каждое мгновение вашей жизни — это праздник. Особенно, когда мы сталкиваемся с серьезными, угрожающими жизни ситуациями. Если вы сможете быть игривыми в такие моменты, ваша жизнь, безусловно, станет празднованием. Пришло время научиться этому. Сейчас вы находите в безопасности своего дома среди людей, которые, может, и будут придираться к вам по поводу каждой мелочи, но они не хотят причинять вам вред. Это семья. Они не хотят причинить вам вред. Они ваши близкие. Но они наиболее требовательны, и они будут нападать на вас за каждую мелочь. Никто не осмелится напасть на вас за такие мелочи, только семья. Сейчас самое время научиться воспринимать такие ситуации играючи, превратить их в игривые и праздничные. Пусть мы вспомним эти три недели совместной жизни с большой радостью. Я уверен, что вы сами будете повторять эти три недели снова и снова, если сейчас вы сделаете их по-настоящему прекрасными. И если все мы будем вести себя ответственно, это будет не больше трех недель если мы будем вести себя безответственно, это продлится гораздо дольше и нам придется заплатить высокую цену на разных уровнях нашей жизни. Вопросы Садгуру первый вопрос от марка сноу непосредственная и серьезная опасность коронавируса вполне обоснованно отодвигает на задний план другой серьезный кризис, с которым мы столкнулись: изменение климата. Садгуру, как вы оцениваете перспективы международного сообщества по мобилизации коллективной воли для поддержания глобальных усилий по предотвращению этой катастрофы? Well. Изменение климата. <laughs> Изменение климата ⁇ это проблема, которая не исчезнет из-за появления вирусной инфекции. Изменение климата ⁇ это словно вирусная инфекция для самой планеты. И вирус ⁇ это мы. Мы долгое время паразитировали на этой планете. Таким образом, что постепенно отнимали ее жизнь. Точно так же, как жители планеты в ужасе от этого вируса, каждое другое существо на этой планете, каждое растение, каждая червь, насекомое, Птица, животное, все они в ужасе от человеческого вируса. Да? Многие из них вымерли, многие на пути к вымиранию. Так что в своих опасениях по поводу этого вируса мы не должны забывать, и о других проблемах, которые у нас есть. Просто сейчас необходимо сосредоточиться на этом, потому что в противном случае это может стать массовой проблемой для человечества. Потому что это может продолжаться месяцами или годами, если мы не остановим это. Вы заразились, вылечились кто-то еще будет инфицирован. Это распространится дальше, снова они вылечатся, другие разнесут вирус еще дальше. Это может продолжаться как по цепочке, пока вирус сам по себе не мутирует в более мягкую форму, как это обычно и происходит. Но не обязательно. Мы не можем забывать и о других проблемах, в частности, об изменении климата. Когда мы говорим об изменении климата, разные люди понимают его по-разному. Как часть движения ⁇ Осознанная планета ⁇ я пытаюсь свести внимание к одному наиболее важному аспекту восстановления этой планеты. Все, что вы видите, как жизнь. Существует жизнь и за ее пределами, но все, что вы обычно воспринимаете как жизнь на этой планете, от червей и насекомых до птиц, от животных и растений до нас самих, все это происходит из всего лишь метрового верхнего слоя почвы. Все происходит внутри этого. Ниже этого находятся микробы, которые тоже важны. Но мы не наносим им особого ущерба. Реальный ущерб наносится только этому одному метру верхнего слоя почвы, который поддерживает каждую известную нам форму жизни. Все от муравья до слона зависит от этого метра почвы. Не то чтобы нижний слой не имел значения. Но максимальное количество жизни происходит именно в этом слое, именно в этом метровом слое. И там же происходит и максимальный урон. Есть много других вещей. Загрязнение воздуха, загрязнение воды, шумовое загрязнение. Есть много проблем, для которых источником являемся мы. Но самое главное убедиться, чтобы этот метр почвы был богат органическим материалом и был здоров. Если вы сделаете одно только это, в остальных аспектах планета способна к саморегенерации и в целом к тому, чтобы справляться с остальными проблемами. Люди, конечно, оспаривают все это, они могут оспаривать сколько хотят, но если требуется действие, ориентированное на результат. Тогда это именно то, что нужно. Вот что я пытаюсь донести до многих значимых сил в мире, многих важных и влиятельных людей, до разных организаций, как часть движения ⁇ Осознанная планета ⁇ Перенести внимание на этот метр почвы. Но кто-то озабочен загрязнением воздуха в Дели. Я не говорю, что не нужно об этом беспокоиться. Это тоже важно. Но сейчас самое главное на планете — это остановить опустынивание. Опустынивание означает, что мы превращаем плодородную почву в песок, потому что выжимаем из почвы все органическое содержимое и она становится песком. Как только подобное происходит, на обращение этого процесса может уйти 100, 200, 300 лет. Но это происходит очень быстро. 25% почвы в Индии сейчас деградирует с огромной скоростью, а в Тимонаде — это 42% почвы. Это все очень богатая и плодородная земля. Но она движется к тому, чтобы превратиться в пустыню. Так что возвращать органическое содержание обратно в землю ⁇ это очевидное решение. Есть только два источника этого ⁇ останки животных и листья с деревьев. Больше нам возвращать нечего. Других источников нет. Люди без конца говорят о технологиях. Технология может быть использована, чтобы сократить урон. Но решением может быть только почва. Необходимо понять, что все технологии, на которые мы жалуемся, 50 или 100 лет назад их превозносили как самые лучшие. Когда появился первый паровой двигатель, работающий на угле, люди думали, что это величайшее чудо, которое только может создать человек. Я не пытаюсь критиковать это. Да, это была часть эволюции технологий человека. Или так люди справлялись с технологиями. Ничего не поделаешь. Мы не можем изменить историю. Что сделано, то сделано. Но сейчас самое главное. Всеобщее внимание должно перейти на почву. Сейчас мы должны следить, чтобы как можно больше почвы на планете было обогащено органическим содержимым. Единственный способ добиться этого — вернуть тень над почвой, где будет происходить органическая активность. Если вы не понимаете, о чем я говорю, копните землю там, где нет никакой тени, на 20 сантиметров. Потом отправьтесь туда, где много деревьев, например, в лес, и копните землю там. Какая она будет? Вы сами все поймете. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что такая почва богата и жива. Она полна жизни. Почва ⁇ это среда обитания для невероятного множества жизней. Благодаря этому буйству жизни все растет. Мы можем есть еду, другие животные могут расти. Все происходит потому, что почва богата. Если Земля перестает быть плодородной, это значит, что мы во многом отвергаем планету. Но люди хотят привлекать внимание к маленьким вещам. Я не говорю, что в этом нет необходимости. Важно, чтобы все были информированы о существующих проблемах. Но сейчас когда существует срочная потребность остановить или предотвратить опустынивание во всем мире. Если мы начнем заниматься мелкими вещами, это может стать слишком сильным отвлечением. Ресурсы пойдут не туда, куда они должны идти. Действия будут проводиться не там, где они нужны. Однажды, однажды ночью, когда Шанкаран Пилай спал, его жена толкнула его локтем в ребра. Вы же знаете, между ребрами и женщиной есть определенная связь. По крайней мере, некоторые в это верят. Так что она двинула ему локтем в ребра, в оставшиеся ребра. Он сказал, что? Что случилось? Она сказала, я слышала, как скрипнула дверь. А, ну ладно. И он лег спать дальше. Снова. Now, На этот раз, раз она не постучала не по, его по его ребрам. Говорю тебе, я снова слышала, как скрипнула дверь. И что, ты хочешь, чтобы я сейчас пошел и смазал ее? Есть большая проблема. Сейчас не время для того, чтобы смазывать дверные петли. Есть гораздо большая проблема. Самая большая проблема сейчас заключается в деградации почвы. Да, в воздухе присутствует углекислый газ, но по сообщению, всего за одну неделю карантина он практически исчез. Сейчас практически все хорошо, так что подобные вещи исправят сами себя довольно быстро. Но если вы навредите почве, то на ее восстановление уйдет один или два века. Так что нельзя наносить вред верхнему слою почвы и думать, что мы будем хорошо жить благодаря очищению воздуха. Нет. Нельзя наносить вред верхнему слою почвы и думать, что в мире будет достаточно воды. Нет. Вода, конечно, где-то будет, но вам она будет недоступна. Если вы не хотите по-настоящему нарушить баланс планеты, это связано с развитием человеческих цивилизаций. Почему великие цивилизации не возникли в пустыне Калахари? Просто потому что там почва бедна? Все настолько просто. Если мы не остановим опустынивание, если мы не остановим деградацию почвы, планета не исчезнет, но она станет непригодной для жизни человека. Так что очень-очень важно сконцентрироваться на том, чтобы сократить след, оставляемый человеком. Предстоит сделать много чего. Самое главное, сократить количество ног, оставляющих след. У нас слишком много ног. Мы милые, но нас слишком много. Так что половина мира или даже немного больше сейчас сидит дома. И внезапно объявляют о самых немыслимых рейтингах качества воздуха, об одном, другом. В начале 20 века нас было только 1.6 миллиарда человек. Через сто лет, или, может быть, чуть больше, мы приблизимся к 8 миллиардам. Этот факт не говорит о нас как об осознанных людях. Очевидно, что мы живем очень компульсивно. Так что пришло время рассмотреть этот вопрос. Не то чтобы завтра утром можно было решить все проблемы населения. Если мы займемся этим сейчас, то в следующие 30 лет вы увидите необходимое снижение. Люди видят в населении силу. Люди видят население как политическую, индустриальную силу, некую экономическую силу в мире. Это неверный подход. В противном случае появятся пандемии и эпидемии и снизит наши числа, если мы не будем справляться с этим осознанно. Природа сделает это с нами очень жестоким образом. Вот что происходит сейчас в некоторой степени. Это происходит с нами жестоким образом. Но даже с этим бедствием надвигающимся бедствием, можно справиться осознанно, чтобы оно не стало очень жестоким, если все прислушаются к голосу разума. Садгуру, следующий вопрос. Да, пожалуйста. От диджея Хуан Кьюба из Франции. Садгуру, на протяжении жизни мы изучаем себя и окружающий мир. Мы развиваем качества и способности. Исчезнет ли это все в следующей жизни? Нам придется начинать все сначала. Ты спрашиваешь, будут ли у тебя навыки диджея в следующей жизни? Диджей. Он из Франции? Надеюсь, что ты не против анекдота. Как-то раз один французский диджей ехал на электричке. Рядом с ним сидела мама с сыном-школьником. И он услышал, как она говорит ему. Диджея звали Альфонс. Мать сказала сыну, ты должен сделать сегодня домашнюю работу. Не забывай про шоу диджея Альфонса. Диджей расправил грудь. Он почувствовал гордость за то, что мама рекомендует его шоу ребенку. Мальчик сказал, нет, пожалуйста. Она сказала, веди себя хорошо, иначе будешь смотреть шоу диджея Альфонса. Итак, перейдут ли приобретаемые вами сейчас навыки в следующую жизнь? Я думал, что прирождаются только индийцы, а не французы. Пожалуйста, не начинай мыслить таким образом. Самое главное в твоей жизни, чтобы ты не вкладывал свое время, мысли, эмоции и энергию в то, чего нет в твоем личном опыте. Это значит, что если ты будешь вкладывать мысли и эмоции во что-то, чего не испытал на опыте, у тебя начнутся галлюцинации. Ты начнешь проживать свою следующую жизнь, не прожив как следует эту. Как же мне тогда быть духовным искателем? Духовный поиск значит, где ты сейчас? Предположим, ты здесь, в этом помещении, и хочешь увидеть то, что находится снаружи, где-то далеко. Ты не будешь сидеть здесь и думать об этом. Ты выходишь наружу, забираешься на самое высокое дерево и смотришь. Тогда ты сможешь видеть немного дальше. И если ты просидишь на дереве достаточно долго, оно подрастет и станет чуточку выше, так что ты будешь видеть еще дальше. Это все, что ты делаешь как духовный искатель. Оттуда, где ты находишься, ты смотришь, каким будет следующий шаг. Ты не думаешь о последнем шаге, потому что так у тебя начнутся галлюцинации. Такое случилось с большинством религий. Все думают о том, чтобы уйти в другое место устраивая здесь полный бардак. И в таком месте предлагаются самые пошлые вещи. Если посмотреть на то, как различные религии описывают раи, в такое место я определенно не захочу попасть. Это сто процентов. Потому что это выглядит как плод воображения примитивного мужчины. В нем нет места женщинам женщинам. Там есть место только в качестве приложения. Потому что эти места созданы извращенным мужским умом. Все, чего они были лишены здесь, они перенесли туда, в большем масштабе. Там действительно нет места женщинам. Здесь, на этой планете, вам лучше. Даже не думайте о том, чтобы отправляться в рай. Я туда точно не собираюсь. Не потому, что не попадаю под их критерии. Хотя это еще вопрос. Потому что я бы никогда не отправился в такое никчемное место, на небеса, которые создали люди. То, что вы видите здесь, создано Творцом. Все, что внутри меня, создано мной. Это постоянно чувствует себя как в раю, если вы хорошо справляетесь и с внешним. Снаружи тоже будет рай. Но это гарантированный рай. С внешними ситуациями нужно справляться. Немного усилий, и это тоже будет рай. Вы же хотите отправиться в другое место. Пожалуйста, идите. Почему вы до сих пор здесь? Нам нужна социальная дистанция. Если все, кто мечтает о рае, уйдут, социальная дистанция случится естественным образом. Сейчас социальная дистанция ⁇ это насыщенная потребность. Так что... Альфонс... Как его зовут? Не Альфонс, да? А? Понятно. Но на тот случай, если в следующий раз тебя не отправят на эту планету в качестве диджея, допустим, в раю будет нужен диджей. Ты отправишься туда? Мы не знаем, какие еще диджеи там есть. Попадали ли туда диджеи до тебя, или ты будешь первым, я не знаю. Нужна им твоя музыка или нет, я не знаю. Прямо сейчас, на этой планете, что бы ты ни делал, крутишь ли ты пластинки или делаешь еще что-то, просто делай лучшее, что ты можешь. Чем бы это ни было, неважно, что именно ты делаешь, насколько это большое или маленькое дело, это не имеет значения. Делай это на 100%, когда у тебя есть возможность делать то, что можешь, а ты сомневаешься, сдерживаешься, чтобы сохранить свои навыки для жизни в раю или для следующей жизни. Индуисты хотят забрать их в следующую жизнь, христиане и мусульмане хотят забрать их на небеса. Нет, пожалуйста, используйте их в этой жизни какие бы навыки у вас ни были, какой бы уровень энергии у вас ни был, какой бы любовью вы ни обладали, какая бы радость у вас ни была, израсходуйте их здесь полностью, абсолютно. Как-то раз. Вы знаете, что сейчас Великобритания находится под атакой вируса. Это же произошло еще давно. Молодой человек, живший в Лондоне, мистер Банбери, решил навестить своего дядю, который жил в деревне. Он не виделся с ним долгое время. Прошло много лет, поэтому он решил нанести ему визит, потому что его тетя скончалась полтора года назад, но из-за того, что он был занят, он не мог приехать сразу же. Теперь же он решил приехать. Он сел на поезд и вышел на маленькой железнодорожной станции. Огляделся вокруг, на станции никого не было. Только потрепанный жизнью старик, сидел в стороне. Он подошел к этому старику и спросил, «Мой дядя, Банбари, живет где-то здесь. Можете показать, где находится ферма Банбари?» Эндрю Банбари. Старик сказал, ⁇ О, Эндрю, так он вчера умер. Как? Я же только что приехал к нему на неделю. Старик посмотрел на этого хорошо одетого жителя Лондона и сказал, ⁇ Видимо он знал, что ты приедешь ⁇ и поэтому умер вовремя. Так что, особенно сейчас, во времена вируса, ты знаешь, что смертен. Ты всегда был смертным. Но, по крайней мере, теперь ты знаешь это наверняка. Так что, чем бы ты ни обладал, твои навыки, твоя любовь, твоя радость, изобретательность. Пожалуйста, демонстрируй это сейчас. Покажи свою способность делать что-либо уже сейчас. Не пытайся забрать все это в другую жизнь. Кто знает, может, в следующей жизни ты будешь тараканом. Почему вы смеетесь? Говорят, что таракан — это существо, которое живет на этой планете уже более миллиарда лет. В этот раз ты родился человеком, в следующий раз можешь вернуться к своей первоначальной форме. И навыки диджея могут не пригодиться. Так что делай это сейчас, и делай это хорошо. Абсолютно отдавай себя всему, что делаешь, потому что в этом жизнь, в вовлеченности. Жизнь ⁇ это твоя вовлеченность в ее процесс. Там, где нет вовлеченности, нет жизни. Так что не нужно тратить время, думая обо всяких глупостях. Ты не знаешь, переродишься ты или нет. Ты просто читаешь какие-то индийские книги. Ты определенно не знаешь, отправишься ли ты в рай или нет. Ты просто прочитал какую-то книгу. Оставь все это. Открой все свои пять органов чувств и почувствуй жизнь. Что бы она ни говорила, делай это. Она говорит, что тебе нужно жить. Жить и жить на полную. Это не значит, что тебе нужно что-то делать. Значит ли это, что мне нужно устраивать вечеринки каждую ночь? Нет жить на полную. Значит, исследовать каждую возможность, которая у жизни есть вот для этого. Нужно исследовать каждую возможность, которая содержит вот это, которую содержит жизнь. Вот что значит жить на полную. Но, Садхгуру, сейчас же карантин. Как я могу жить? Я хочу, чтобы вы знали, и я всего лишь напоминаю вам, что жизнь происходит только внутри вас. То, что, по вашему мнению, происходит вокруг, — это всего лишь иллюзия. Кто-то сидит здесь, и вы думаете, что видите его. Нет. Просто на него падает свет, отражается, преломляется, попадает на вашу сетчатку, поэтому вы можете его видеть. Вы не видите ничего здесь. Каждое переживание жизни — зрение, слух, обоняние, вкус, прикосновение, мысль, эмоции, радость, несчастье, агония, экстаз, боль, удовольствие — все это происходит внутри вас. Чем более живыми вы становитесь, тем больше вы обращаетесь внутрь. Внешняя активность — это всего лишь проявление. На самом деле жизнь происходит здесь. Так что карантин это замечательное время. Не нужно называть его карантином. Это не карантин, который для вас установило правительство. Это ваша пратихара, значимый шаг в вашем духовном процессе.